И славянцы, и гости нашего города привыкли к его чистоте и ухоженности. Но для того, чтобы Славянск на Кубани был таким, каким мы его привыкли видеть, после осенне-зимнего периода нужно навести порядок. И здесь, как говорится, любая помощь во благо. Жители города пришли на субботники. Подробности в нашем репортаже. Городской марафон по наведению санитарного порядка и благоустройству стартовал, поскольку установилась хорошая погода, что помогает работе. Сотрудники администрации, представители трудовых коллективов, неравнодушные жители выходят на улицы, чтобы навести порядок. Они убирают мусор, белят деревья и бордюры, красят скамейки. Дорожными службами обновляется разметка на пешеходных переходах, что очень важно для обеспечения безопасности. В сельских поселениях муниципалитета также проводится уборка в скверах и парках, на детских площадках. Спорткомплексы «Лидеры Триумф» и вся окружающая их территория – место приложения сил сотрудников управления образования и по физической культуре и спорту. Последние не только красят бордюры и наводят порядок на газонах, но и чистят ливнестоки, что совсем непросто. Каждый год мы проводим субботники, чистим ливневки, белим деревья, красим стоянку. У нас порядок всегда. Покос газонов, как бы вы видите. Сотрудники управления образования дружно взялись за наведение порядка. Им хочется, чтобы рядом с офисом было чисто и красиво. Работы практически закончены по уборке прилегающей территории. Конечно, сама природа сама говорит о том, что нужно сделать все красиво и прекрасно, чтобы посетители нашего управления приходили и видели, что здесь действительно, как говорится, соблюдается порядок. Санитарный марафон продолжается. Субботники продлятся весь апрель, чтобы майские праздники наш район встретил еще более чистым и ухоженным. Хотелось бы обратиться к руководителям предприятий, предпринимателям, всем жителям. В наших силах навести порядок возле производственных территорий, магазинов, домовладений, во дворах многоквартирных домов. Пусть Славянский район радует ухоженными газонами, яркими цветами и по-весеннему чистыми и красивыми улицами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко. Программа «События».